ночами мы находимся в районе, который никогда не спит. Стены разрисованы и напоминает песню Потапа и Насти. У нас на районе стены все в баллоне. Ну вот как так. Я погуляю сегодня по этому району, поснимаю. Зацените. Это район, где раскрашенные билдинги, стены все в баллоне. Смотрите, какая красота. Красота красотища. Толпа. Здесь сегодня тусовка, жизнь бурлит. Многие ходят в масках, многие нет. Но вот мы заходим. Вот тут очередь, чтобы взять фотографию с такой красотой. Шея не болит? Болит. Хорошо сидим? Хорошо сидим, далеко глядим. Вот такие здесь. Граффити здесь. Вот еще такая красивая стеночка, разрисованная вся. А вот замечательное место для галереи картинной. Просто прикольнейшее место. Очень много мест свободных, которые пытаются сдать, потому что, к сожалению, коронавирус многие бизнесы, галереи просто-напросто убил. Да. Вон там ребята в баскетбол играют внутри. Прикольненько. Сейчас посмотрим. Тут они. Это тут они продают кеды. Какие ты хочешь. Вау. Можно их примерить и попробовать поиграть в баскетбол в этих кедах. Очень прикольно. А с этой стороны у нас тоже красивое такое, как парк, такое место. Вот кто-то ворота свои раскрасил. А вот Wynwood Walls. Это Walls Shop, магазинчик такой. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут такое. Free? Definitely. There's editing programs called
Harper, которая идет бесплатно. Мы свернули на такую улицу. Называется она, как она называется? Тони Голдман Уэй. Сильно это багги. А тут вообще не проехать, не пройти. Машины, толпа, тусовка.